дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Здравствуйте еще раз. Всех приветствую на своем канале. Первая заправка, именно вторую. Вот, у нас немножко позависла игра. Приедем на третью. Вот, и я решил, ну как, договорились, выпускаю, да, серию. Ну, по главам. Значит, надо допройти эту главу. Ну вот я решил, я выпущу сегодня два видео за этого косяка. Если будет продолжаться вот эта херня, я просто переставлю игру. Ну, блин, придется, наверное, нам без этого дополнения. Не увидим мы тогда это дополнение. Ну, то есть все официальные у меня есть, а этого дополнения мы просто не увидим. Это я вам хотел показать, но вы его все прекрасно без меня видели. Так что едем вперед. Развозим талоны. Заканчиваем миссию. И завтра или послезавтра вечером выйдет вторая серия. Про вторую главу. Вторая глава, вот так. Ну, не серия, а глава. Главное нам не накосячить и не подзорваться. Эй, хочешь купить? Отмечаем. Следующую заправку. Пусть это пить будет... несколько талончиков. Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. А так, я говорю, игра мне полностью нравится, устраивает. До 10-го года я считаю, бомба. Единственное, что вот видите как, ну вот да. Сюжетом, с миссией, с количеством миссий. Они, конечно, нахерачили дел. Но нахерачили как? Ведь как я разбирался, вот этот дополнительный коннект должно было быть все в игре. Ну, опять же, чтобы деньги поиметь с нас пользователей, да, за этот дополнительный коннект. И главный там режиссер, что ли, он из-за этого, как я понял, поругался. Вот, ушел с этой студии. И игра вышла довольно-таки сырая в этом плане, но ничего. У нас есть главный герой Скалета. Чё, я не туда еду, что ли? Черт. Все туда. Тем более у нас, как ни крути, сюжет все-таки с первой частью пересекается. Не помню, в какой главе, то ли 15, по-моему, 11, а всего 15. Увидим, врать не буду, не врать, а вводить в заблуждение. Но помнишь, что называется «Лестница в небо», когда мы с Джо едем и убиваем Томми Анджело. Но... по идее, Томми Анджело должен был убить Джо... С кем? А вот с кем, я не помню. Ну, не с... по-моему, с Эдди, да, с Эдди Скарпа. То есть можно было отказаться. Много что вырезали, жалко. Эй, у меня тут пара лишних талантов. Тончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи, бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. А кому, кстати, хочется, да, вот увидеть прохождение «Мафии 3», вы пишите комментарии, и я запишу для вас. Давайте так. Если это видео наберет 100 лайков, хотя бы ровно 100 лайков, вот, я приступлю записи «Мафия 3». Вот так давайте. Потому что, честно скажу, мне игра не понравилась. Но для вас, мои зрители, я готов ее записать. Ну, ёб твою мать, ну куда ты едешь, блядь, таксист ебаный. Господи, они вот так вот везде. И в игре, и по Москве. Чё? Половина нормально, успеем. Так вот, не будем отвлекаться. Таксисты и в игре, и в Москве, блядь, одинаково ездят у нас.
Ну, наверное, я считаю, это адские колесницы были у них в 30-х, 40-х. Сами так, как утюги ездили. Так, ну давайте втопим, это машинка простенькая. Блять, ДТП, ДТП, ёб твою мать. Ну ничего страшного. ДТП в этой игре не помогают. Что? Кончается. Ничего страшного. Он же не кончился еще. А мы сейчас будем на заправке. Вклиниваемся. Нормально. Нормально. Эй, у меня тут пара лишних. Так, и еще одна заправочка вот здесь у нас. Талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Еще лампочка, да, видите, горит. Держи, у нас. Заправимся. И ты меня не видел. Траво. Интересно, хороший бензин. Эй, заправить? Полный бак. Доверху. Так точно. Донизу. Ну, наверное, лучше, чем наш Лукойл. Ладненько. Так, еще раз. Почти все, босс. Пара секунд. Ну вот, как он заправляет, пистолет вставил. Пожалуйста. Вверх. Спасибо. Всем. Всегда рады вашим денежкам. Еще такие умнот. Чего, кстати, в первой мафии не было. Ждал я, помню, третью мафию прям ждал, и она вот так не зашла, и так было обидно, думал. А что говорить? Так, испоганить игру. Блин, да вот я думаю. А может грабанем, а? Мы же мужики. Дай быстренько сейчас. То есть мы должны же, в принципе, успевать и грабить, правильно? И... Блять, уродец. Дед ебаный, а? Шикарно. Теперь вы хоть бы не зашибить этого дурака. Ну пройди, мой парень. Давай. У нас время тикает просто, давай, мы не можем. Пошел ты. Так и надо работать. Сколько у нас? О. Деньги же должны быть карманные, тем более. Ну как, мафиоза, блин, почему мафиоза? У гориллы пока, мы гориллы мафии. Это как горилла мафия. Мелкая такая горилла, которая еще не принята никуда, которая подставит, которая сядет. 80 миль, летим. Однозначно лучше наши копейки, пятерки, семерки. Управляемость, кстати, что там утюг, что здесь утюг, поэтому... Наверное, русский автопром, да, остался на... Ну, как у... В 60-х годах, да? Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Ну все, это последнее. По крайней мере, заработал. Поеду обратно к Джо. Так,
Возвращаемся домой. Крутим пятаки. Смотрите, какие вот хорошие пятаки. Ну, если всякие вот пидорасы мешать не будут нам. Во-во. Все, погнали. Да куда вы? Ну, кстати, даже вот если смотреть на этот мост, как сделан, прорисован этот мост, город, и сравнивать даже вот, у меня есть на канале, кстати, я считаю, самый лучший мод Мафии первой, ну, Last Heaven, да, то есть, ну, никак ту игру уже не исправить, то есть, те, кто не играл, рекомендую эту игру. Те, кто играл, тоже также, кстати, рекомендую. Кстати, у меня играет стимовская. Вот этот глюк, из-за чего, как я предполагаю, были глюки вот в этой серии, до этого один раз. Я думаю, что из-за этого дополнение, которое я поставил, да, ну его купить нельзя. Все купны, все, которые можно купить, дополнение у меня есть. Вот, то есть, если будет продолжаться еще, ну, дайте так, еще два-три раза повторится. Я к чертям сношу игру, ставлю без этого дополнения, мы проходим все официальные дополнения и саму игру. Куда ты? Ну, баба дура. Ну, они, господи, что у нас дура, что и в игре дура. Вот как говорил Коля Хоменков, бейте бабу молотом, будет баба золотом. Только так, а как по-другому? Опа! Да не хочу его пропускать. Красиво, да? Вот летит прям. Ну что, пришли мы домой? Все, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и встретимся в 4 главе «Закон Мерфи». Так что, если видео наберет 100 лайков, я для вас снимаю прохождение 3-й части. Смотрим заставку «Закон Мерфи» и прощаемся с вами до следующей серии. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки.